Здравствуйте, дорогие любители драгоценных камней и ювелирных украшений. Мы находимся в Риге, и с нами уже известный вам и полюбившийся специалист по драгоценным камням, владелец ювелирного ателье Gem Lords Константин из Латвии. И я с удовольствием хочу задать Константину вопрос. Он наш партнер, и вопросы хочу ему задать о его ювелирном ателье и о том, чем он занимается уже много лет. Итак, первый вопрос. А что же такое ювелирное ателье? Ну, ювелирное ателье – это, скажем так, маленькое ювелирное производство, да? Когда люди покупают, допустим, какие-то драгоценные камни, они хотят поставить их в красивую оправу, в качественную оправу. Вот. Они обращаются в ювелирное ателье, или, допустим, люди хотят к свадьбе каким-то мероприятиям приготовить себе какие-то украшения на юбилей и так далее. Вот. Они обращаются в ювелирное ателье, где могут сделать заказ, скажем так, по их личному индивидуальному стилю, допустим, да, каким-то пожеланиям. Допустим, какие-нибудь инициалы будут так, или какая-то основная модель, какая-то интересная, которую человек увидел, допустим, в интернете где-то, или там у каких-то знакомых, или сам что-то придумал в качестве художника, нарисовал. Вот. Ну, в принципе, это очень такой здорово формат. И круто. То есть ты помогаешь осуществить мечту людей о своем собственном ювелирном украшении. Ну, или мечту, или исполнить что-то желание, да, конкретное. Потому что часто люди приходят уже с конкретными задачами. Вот, они показывают, допустим, эскиз какой-то нарисованный. Вот, и мы подготавливаем для них дизайн. У нас есть свои художники, которые могут нарисовать для вас украшения. Также у нас есть 3D-дизайнер профессиональный с опытом работы именно в ювелирном бизнесе. Вот, то есть бывший ювелир, да, скажем так. И мы подготавливаем 3D-визуализацию полностью даже видеовизуализацию. И люди могут уже конкретно видеть перед тем, как они изготовят свое украшение, они могут видеть свое украшение уже как будто вживую, да, по видео. Это очень круто, и здесь работают только профессионалы высочайшего уровня. А чем твое ювелирное ателье отличается от других ювелирных ателье? И есть ли вообще такие еще? Чем? Ну, во-первых, тем, что здесь можно заказать большой, так как я являюсь специалистом по драгоценным камням, здесь можно заказать также драгоценные камни. Вот. Мы работаем по спецзаказу, да, по предварительному заказу. И показываем свои предложения также, которые вы можете выбрать для себя. Вот. Мы работаем напрямую с поставщиками, то есть напрямую с добычами также. Вот. Имеем какие-то свои камни тоже в наличии. Вот. И вы можете выбрать подходящий вам камень и изготовить украшение на свой вкус. А можно тебя спросить сразу же, Константин, вот на какую сумму минимальную был сделан заказ и на какую максимальную сумму был сделан у тебя заказ? На украшение или да, на камень? На украшение. На украшение. Значит, минимальный заказ, наверное, мы делали украшения. Человек пришел, принес свое золото, вот, принес свои камни, вот, принес фотографию кольца, которое он хотел сделать. И, то есть, так как все материалы были его, он заплатил 50 евро за видеовизуализацию, да, за 3D-модель. Вот. И
За работу он заплатил, по-моему, 320 евро вместе с работой, то есть золотом, закрепкой и радированием. Отлично. А самый дорогой заказ какой был? Самый дорогой, ну, это с турмалином, да, был заказ дорогой. Но дело в том, что цена заказа, она зависела все-таки от стоимости камня. Есть большая разница, да, какие камни в этом украшении. Потому что закрепка таких камней, она очень сложная, особенно дорогих. Там надо продумывать каждую деталь, каждое крепление. Вот, надо делать более деликатный зажим. Вот, и большой риск, конечно, тоже присутствует, потому что можно повредить камень. Ну, в целом, если считать стоимость камня в украшении или не считать Да, отдельно, все считаем. если полностью, Да. ну, это 25 тысяч евро стоило кольцо. 25 тысяч евро. Это было кольцо, да? Да. Угу. Это было кольцо с Но давай турмалином, тогда и с про овалом. камни скажем тоже. Какой самый дорогой камень ты продал? Сколько он стоил? Самый дорогой камень, который я лично продал, он стоил, я там выступал в качестве посредника в этой сделке, 80 тысяч евро. А что это за камень был? Это был пятикаратный рубин, негретый берманский рубин, Вау. да. Он Я был. видел, кстати, мы, может быть, поговорим еще про выставки, да, Да. на которые ты ездил, потому что там цены вообще заоблачные. Да, ну, Но это в... они не заоблачные, да, они рыночные. То есть те цены, которые вы покупаете где-то в интернете, да, или используете каких-то, скажем так, специалистов, да, это, в принципе, такие оптовые цены, да. Рыночные цены, они, конечно, гораздо выше, потому что если это уже бизнес, да, бизнес-модель, то, конечно, большинство брендов, они используют, то есть они тратят минимум 10% от своей выручки на рекламу, да, это, ну, чтобы вы понимали, допустим, если взять, скажем, первую десятку брендов, да, таких там каких-то известных, да, если у них там выручка там 8 миллиардов в год, да, то посчитайте 10%, какие деньги уходят только на рекламу, не считая, как... Ну, содержать такой бизнес очень дорого. Конечно, если вы уже приходите в какой-то большой магазин или там на какую-то выставку, где представляется, ну, какая-то крупная компания, конечно, у них цены будут рыночные, да, рыночные цены, потому что они платят все налоги, да, все декларации, там, растаможку, то есть все полностью. Плюс наценка, плюс это европейские компании, в которых сотрудники зарабатывают высокую зарплату, те же самые ювелиры, да, минимальные. Хороший ювелир, допустим, даже в Латвии, плюс-минус это 50 евро в час, да. Ну вот как раз к вопросу о том, чем отличается твое ювелирное ателье от других. То есть у тебя за счет отсутствия Я таких объясню. расходов больших, Да. да, цены ниже, правильно? Да, но честно сказать, я свой путь в ювелирном бизнесе только начинаю, да. До этого я занимался исключительно драгоценными камнями. Сейчас, как сказать, я уже добился там всего, что хотел, скажем так. И хотелось создать что-то такое, что можно потом вот как бы после себя оставить. Да, скажем так, больше такой творческий момент сыграл. Вот. И я решил все-таки, ну, развиваться, да, идти вперед и попробовать себя в ювелирном деле. Тем более у меня есть достаточно такой, ну, большой опыт. Так как я 10 лет прожил в Англии. Вот. И, в принципе, я постоянно находился в этом, то есть в ювелирном деле. Ну, давай сразу скажем, сколько лет ты занимаешься продажей и экспертизой драгоценных камней Вот. и с какими брендами мировыми ты сотрудничаешь? Значит,
Вот когда ты мне задал вопрос, кстати, в прошлый раз, когда я у вас был в гостях, ты мне задал вопрос, сколько лет я занимаюсь драгоценными камнями. Я, кстати, не знал, что ответить, потому что я потом ехал и вспоминал, а сколько я занимаюсь. Я начал вспоминать свой первый драгоценный камень, который я продал, и пытался найти где-то в истории, когда это было. Но я не ошибся, в принципе, где-то около 6 лет я начал. В принципе, драгоценные камни, как бы, это уже во мне было заложено с детства. Я еще, когда был маленький, после школы ходил домой пешком. У меня дом находился где-то в 5 остановках от школы. Я обходил все ювелирные магазины, и вот что меня привлекало в украшениях, это именно камни И ты драгоценные. сразу покупал их, ага. Рассмотря... Нет, я был маленький, куда нет. Нет, а потом, значит, где-то когда я уже был подростком, где-то в 2006 году, в 2007, эта тема опять выстрелила у меня в голове. Я начал искать, где можно купить. Я хотел тогда заниматься, но я ничего не нашел, никакой информации тогда особенной. И тут я поехал жить в Англию и попал на такую улицу знаменитую, Хаттон Гарден называется, где, в принципе, познакомился с драгоценными камнями, с ювелирным бизнесом, начал обучаться в этом деле. И, в принципе, у меня сразу вот как-то пошло, потому что было большое желание, я очень хотел учиться, да, я мог сидеть часами за этой работой, то есть и часами обучаться, покупать, продавать. То есть мне нравилось это. Ну, ты побывал в самых известных ювелирных домах Да, Европы, конечно. да, познакомился с их владельцами. Да. Вообще я люблю путешествовать, и вообще этот бизнес, ну, такой связанный с путешествиями. Часто меня приглашают на выставки, именно ювелирные дома такие, там как Булгари, Картье, там Шапа, Шамет. Вот я был летом, объездил всю Францию. Вот в Риме был, да, во всех этих музеях. Ну, все посещаю, стараюсь в больших городах посещать музеи в первую очередь. Это больше раскрывает, интересно что-то посмотреть, особенно если есть ювелирный музей. Вот очень нравится смотреть, как работали старые мастера, да, и какие-то идеи взять, да, новые, И вдохновиться, скажем вот, так. и тебя общение с этими людьми вдохновило на создание собственного бренда Gem Lords, да? Да, дело в том, что там получается такая история, что ювелирные бренды, они, скажем так, пользуются услугами таких людей, как я, когда у них происходят какие-то мероприятия в плане выставок, да, нас сюда приглашают, и когда какие-то клиенты хотят что-то купить, мы, значит, можем рассказать им там про там, данные камни, допустим, да, или украшения. Но в целом, как бы, как вам объяснить? Дело в том, что когда вы покупаете украшения в каком-то высоком ювелирном бренде, надо понимать, что вы будете переплачивать там в 5-6 раз, да, то есть и считать стоимость там драгоценного камня, да, в этом изделии, как бы, ну, не совсем правильно, да, потому что часто, ну, то есть ювелирные бренды, они рекламируют, позиционируют себя, то есть как ювелирное искусство, да, высокое ювелирное искусство, и понятно, что там наценка, ну, вот возьмем любой бренд, даже одежды, да, это все взаимосвязано, да, скажем так. Вы же, как бы, покупая там Louis Vuitton, да, не спрашиваете, сколько стоит ткань, да, вы Конечно. покупаете Louis Vuitton. Да, или покупаете сумку Гермес, вы же не спрашиваете, сколько стоит там кожа, да, этой сумки. Да. Конечно. Платят за бренд, за красоту, за престиж, За имя в за основном, имя да. Это и статус. Носить такие вещи – это статус. абсолютно. Это стиль, это образ жизни, Да, конечно. да. И это Конечно, выделяет. да, конечно, я не могу там
Понимаешь, равняться с Мерседесом, да, ну, ты не можешь, да, так же, как и равняться там с Шаме, там, или с компаниями, которых уже 100 лет, да, опыта, это большая история, да, это большое имя. Но они это... тоже с чего-то начинали, да, с нуля. Они начинали именно с нуля, именно вот с таких маленьких ателье, если вы посмотрите историю всех брендов, начинал этот бренд обычно какой-то обычный человек. Конечно. Да, и, но сейчас очень много ювелирных ателье, скажем так, высокого уровня, которые вам могут сделать очень высокого качества работу, да. И я скажу даже, я разбираюсь достаточно в этих украшениях и сотрудничаю с другими ювелирными ателье, скажем так. И у меня есть знакомые, которые занимаются исключительно ремонтом вот этих вот супердорогих брендовых украшений, да. И я вам скажу, что они тоже ломаются и очень часто ломаются. И ремонт этих украшений стоит очень больших денег. И он не всегда простой, скажем так. Конечно. Там надо знать. Конечно. Ну, сегодня исторический момент, потому что, да, ты тоже начинаешь свое ювелирное дело, свой ювелирный бизнес. И мы все, дорогие любители драгоценных камней и ювелирных украшений, являемся свидетелями рождения нового ювелирного бренда мирового уровня. Я, кстати говоря, однажды познакомился с одной бабушкой. Бабушка эта уже очень старенькая была, ей было 90 лет. И она была миллиардершей, владелицей международной корпорации, которая продавала кремы. А начинала она с создания кремов в своем бейсменте. И вот создала, развилась до корпорации международной. Так что я думаю, что тебя ждет такая же судьба. Спасибо. Такая же прекрасная, удачливая, успешная судьба. Зная твой подход, ответственность, все вот, вот это вот то, как ты заботишься о мельчайших деталях, да. Чтобы все-все-все было, какой ты перфекционист в этом отношении, чтобы все-все было, комар носа не подточил. Дело в том, что я изначально уже, вот, допустим, я приехал в Cartier, да, и мне показали очень красивое кольцо с рубином, да, бирманским, и камень, вот он именно светился, да, как мы знаем, вообще корунды, да, они обычно в помещении как бы уходят в темный цвет. И я задал вопрос, а как вы добились вот такого эффекта, да, вот что вот он так светится. Вот мне ювелиры рассказали секрет, то есть того, что надо обязательно хорошо обрабатывать каст, да, с обратной стороны камня, то есть он должен блестеть тогда, когда свет падает на камень, то есть можно видеть хорошее отражение, хорошую игру. Вот, и такие, ну, то есть, вот там очень много, конечно, таких всяких секретов, деталей, которые я взял для себя и применил, в том числе и полировка, и закрепка. Ну, стараюсь, как бы, держать, конечно, такой более-менее хороший уровень. Скажем, не самого высокого бренда, да, но все, что в моих возможностях, скажем так. Отлично. И я думаю, что каждый, кто обратится к тебе, Константин, с заказом, будет очень счастлив, очень доволен и очень тебе благодарен. Мы стараемся радовать наших клиентов, и клиенты также, вот, которые ваши зрители к нам пришли, они очень довольны, даже некоторые присылают нам подарки. Вот, были такие случаи. Но это приятно, конечно, людям сделать приятно, потому что, ну, для меня, наверное, самое вот неприятное было бы, да, это если какой-то клиент обратился бы ко мне и сказал, что я что-то сделал не так или что-то произошло не так. Наверное, вот это было бы сам для меня. Поэтому я очень, скажем так, дотошный, я не спешу. Мы каждое украшение мы уделяем максимум времени, чтобы качество было, ну, соответствовало уровню, как бы.
нашему, который мы заложили в своих планах. Очень круто. О чем мы поговорим в следующем видеоролике? Ну, вообще, в целом я об этой индустрии, да, о драгоценных камнях отдельно. Я поделюсь с вами также своими знаниями. Возможно, они кому-то помогут определиться в покупках, да, и мне не надо будет объяснять каждому это индивидуально. Для этого я вам расскажу, как в целом эта индустрия работает. И мы отдельно поговорим, я вам расскажу, как покупать, и не только как покупать, а как и продавать украшения и драгоценные камни, как их именно выгодно продавать. Потому что большинство людей как раз задает вопрос, как продать, да, как купить, мы знаем. Конечно, это самое, самое и интересное, и самое сложное. Да. Здорово. Оставайтесь с нами и смотрите следующий ролик, следующее интервью со специалистом по драгоценным камням, владельцем ювелирного ателье Gem Lords Константином.